На Мече отметили Всероссийский день снега. Метание валенка на меткость, катание на собачьих упряжках. Организаторы приготовили для любителей спорта и активного отдыха необычные состязания. Самые младшие вышли на парад санок. Дети постарше играли в хоккей. Правда, из-за погоды лепка снеговиков не удалась. Всероссийский день снега проводится в Омске уже второй раз. Его цель – показать, как можно весело проводить время зимой. Вперед! Вперед! Бегом! 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 Оп! 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 Оп!